Тем временем ученые озвучили очередную сенсацию. Мол, подсаживаться на видеоигры не то, что можно, а нужно. Социологи провели серьезное исследование, изучив развитие свыше 3000 детей от 6 до 11 лет. И постановили, что геймеры на 60% умнее своих неиграющих сверстников. Онлайн-игры порабощают не только школьников и тинейджеров, но и взрослых мужчин. Зачастую в семьях случаются скандалы из-за этого. Но если ученые действительно так считают, то, может, в этом нет ничего плохого? Есть, конечно, положительные моменты, когда ребенок играет в видеоигры. Какие? Во-первых, он все-таки, играя, формирует у себя навыки, умение пользоваться компьютером, планшетом и так далее. Во-вторых, играя, у ребенка все-таки формируются такие навыки, как быстрота, внимание, сосредоточенность. Также у геймера есть неплохая возможность выучить несколько языков. Хоть это и виртуальная реальность, но играют ведь люди из разных уголков планеты. Но сильно увлекаться не стоит. Ребенка нужно контролировать, в какие он игры играет, да, сколько он играет. Опосредованное общение идет, да, и не вживую. Дети все-таки больше уходят, вот, эмоционально, психологически, да, в игру. И нету вот живого общения. Дефицит вот общения именно. А вы это расскажите 27-летнему Гоше, геймеру со стажем. Когда начал, даже не помнит, говорит, что в детстве. Есть работа, жена, которая, кстати, тоже любит поиграть. За многочасовые посиделки у компьютера выслушивает от родителей по сей день. Родители не поддерживают мое хобби, потому что я поздно ложусь спать, я не высыпаюсь иногда. Но они как бы не в курсе, что я на этом зарабатываю деньги. Я продаю внутриигровые услуги за реальные деньги. Купить то или иное достижение, какой-то гир, то есть какую-то эпическую одежду, убийство каких-то эпических злодеев. Такая деятельность приносит парню около 10 тысяч тенге за 3 часа. За месяц эта сумма увеличивается в 15 раз. Но до маниакальности Гоша себя не доводит. Есть и пить ходит вовремя. У нас есть все-таки какие-то обязательства. Мы должны утром встать, пойти на работу там или пойти на учебу. Наши, именно вот постсоветские геймеры, они отличаются именно этим. А ребята, допустим, из той же Северной Кореи, у них университеты по геймерству открываются. И там увлечение игрой доходит до того, что геймеры чуть ли не под себя ходят, а то и рожают во время сессии, причем не отвлекаясь от монитора. Так что играть или не играть – все-таки спорный вопрос. Главное, чтобы в реальной жизни не был преждевременный гейм-овер. Виолетта Тельманова, Даурен Мергалиев, Новости Ревью.